Сахарный диабет – одно из самых распространенных эндокринных заболеваний. В России на сегодняшний день число больных составляет более 9 миллионов человек. Химики Пермского университета синтезировали новое соединение с высокой гипогликемической активностью и получили федеральную поддержку на проведение его доклинических испытаний. Поскольку мы национальный исследовательский университет, то мы имеем, конечно, свой путь фармацевтики. Это научно-исследовательские разработки инновационных лекарственных препаратов. Подтверждением тому факту, что мы пришли в фармацевтику всерьез и надолго, является то, что в конце августа этого года мы подписали второй государственный контракт на разработку нового лекарственного препарата для лечения диабета второго типа. Соединение получило рабочее название глитифен. Оно снижает уровень глюкозы, усиливает биологическое действие инсулина и нормализует содержание холестерина в крови. Глитифен обладает комбинированным противодиабетическим эффектом. Проведенные исследования предварительно показали низкую общую токсичность этого тиофенкарбоксилата. Она по величине LD50 в 2-4 раза превосходит по безопасности такие референтные препараты, широко употребляемые, как гликозид и метформин. У нас весьма большие надежды на то, что в конечном итоге на основе этой субстанции удастся получить эффективную и малотоксичную лекарственную форму. Речь идет о таблетках. Дальнейшее исследование лекарства поддержало федеральное правительство. В настоящий момент химический факультет ведет работу уже по двум государственным контрактам федеральной целевой программы «Фарма-2020». В исследованиях вместе с опытными учеными примут участие студенты нового для химфака направления «Фармация». Анастасия Кострева, Андрей Шварнадзе, Управление общественных связей.